Вот сегодня 9 июля. Я пришел у отца Якима. У него Рена, собака, чемпиона России, урагана, с которым мы ездили. И сколько ей возраста? 3 месяца 20 дней. 3 месяца 20 дней. Ну, представь себе, какая она. На нее, когда глянешь, и сердце вздрогнет. Это сотни лет ушло, пока такую породу вывели. Красота-то какая, какие у нее ушки. Это не то, что там голые стаффорды, слюни текут, там бульдоги. Вот эта собака самая красивая. Интересно, проходили испытания, самая умная признана на международных конкурсах. Она везде, пограничники, видишь, где стоят, в охране. Ну, где бы ни был, милиция. Ну, сейчас там берут таких, там, это мощная собака. Верная хозяину. Исключительно развитый нюх, сообразительность. Вот фильмы показывают, где собака, пограничник, всегда одна и та же порода. Ну, немецкая овчарка, восточноевропейская. Я держал таких, знаю. Чудо собаки. Это какие ушки-то у ней, топориком. И она уже так привязана. Ну, нет возможности научить ее по высшему классу. Ну, учитель не, родители не могут сына выучить в университете, но они же от него не избавляются. Ну, какой есть от отца чему научиться? Тем более, у тебя овечки пасти, она дальше уже гоняться не будет. Она можно научить, и она будет заворачивать и пасти рядом ходить. Да и собака есть, если такая. Другой бы во двор сунулся, а другому скажет, не ходи, у него там такая грозная собака. А злости ее научить в течение нескольких приемов научит. Она у нее голос будет зычный, такой мощный. И овечки целые будут. У нее сейчас уже голос хороший, она уже лает. А? Лает уже хорошо, голос. Ну, вот уже голос, тем более. Ладно, пойдем. Не, никак. Пошли на место, на место. Такая корова, говорит, самому нужна, как пионер торговал дедову корову. А я как сердце аж заболело, услышал, скорее прибежал. Вон она какая, хитрая такая. Главное, когда заводит батюшка, она в траву ляжет и не выходит. Вот она пошла искать. У нее, наверное, ноги-то лишние там валяются, можно забрать? Можно забрать, вон еще и там ноги. Сейчас заберу я это все. Ноги, овечи-то тут у батюшки овечи тут колят. Ну и моим собачкам что-то достанется. Попрошу, чтобы сварили. Вот они лежат везде, ножки. Кто-то надоумил батюшку, что раз хорошо не воспитаешь, лучше тебе не иметь. И вот отдать объявление. Никак нельзя. Такая конура чудесная. Ты каждый раз на эту конуру только посмотришь, и уже будешь тосковать, скажешь, какую красоту отдал. Даже если ты ее ничему не научишь, совершенно ничему, ну, лишь бы она не на цепи сидела. Ну, она же сама будет смотреть и видеть. Это такая собака. Кстати, нельзя. Ну, тут не было, чтобы разных веревочек, которые намотаются, чтобы она не задавилась. Я тебе... Не будущее ничего Сереже говорить. Сейчас лежит, вытащит мешок и весь раздербанит его. Ну, что? Это интересно даже. Ребенок бывает тоже, что ты вазу разобьет. Хорошо, я эти ноги заберу. Давай мне их.